Приветствую, дорогие друзья! И сегодня я хотела бы поделиться с вами удивительным рецептом красоты от самой Клеопатры. До наших дней дошла информация, что Клеопатра смогла из обычной внешности создать необычайную красоту и очарование, родить 4 детей и при этом оставаться стройной, подтянутой и очень красивой. Из всех ее рецептов красоты мне особенно приглянулась ванна с молоком. Такая ванна усиливает обмен веществ, улучшает кровообращение, очищает поры и через них выводит из кожи всю гадость, которая находится в организме, выводит из организма токсины, а также увлажняет, напитывает кожу, стимулирует сжигание жировых клеток, активизирует обменные процессы в нашей кожной ткани и таким приятным бонусом снимает все стрессы, печали и тревоги. И сейчас я расскажу вам, как это сделать. Ну, сама Клеопатра принимала ванну из молока ослицы, и ванна у нее была золотой. Ну, нам с вами подойдет и обычная ванна, поскольку самое главное здесь – это то, чем мы ее наполним. А наполнять мы ее будем молоком и медом. Итак, рецепт очень простой. Наберите ванну для себя, как обычно, и туда добавьте минимум 1 литр теплого молока и 100 грамм меда. Молока можно больше, сколько вам не жалко. В ванной можно полежать 20-25 минут. Главное делать это за полчаса до приема пищи или через 2 часа после, чтобы не нагружать организм. Чем жирнее молоко вы выберете, тем сильнее будет эффект. А еще можно добавить туда несколько капель вашего любимого эфирного масла. Я добавляю лаванду. Дорогие мои, я вам всем желаю оставаться всегда молодыми и красивыми.